как нам нужно. Это последний день моей жизни. Так. Мы стояли здесь вот по полной. Вот здесь прям, да? Да, лицом сюда. Соответственно, задняя часть у него была доходила вот эта часть. Вот деревья снесены, то есть. Ага. Он получается ехал, там есть его следы, то есть он сразу автоматически сюда заносит. Он сносит мою жопу. И, соответственно, врезается в столб. Я сидел, находился дома, услышал сильный грохот. Соответственно, ухожу, вижу такой ситуацию. С этой с водительского места выходит мужчина. Рядом с ним женщина. Мужчина вот этот, да? Да, который находится. Лбы у них были окровавлены, то есть они еще пока в себя там приходили. Плохо ничего они не сказали. Потом, соответственно, начали говорить, что они это ничего не сделали, они врезались под столб, что моя машина сама вот так каким-то чудом оказалась в таком состоянии. И после чего я, соответственно, вызвал сотрудника. Он решил мне доказать, что он умеет водить. А водительского он не имеет? Нет. Подрезали тут. Ну круто же. Подрезали. Ну вот из угла, блин, подрезали. Здесь. А вы слава богу, я живая. Сюда. Куда? Сюда. А, мы хотели повернуть, чтобы на Спартак опять выехать, чтобы на пески ехали попасть. Просто прокатиться. Алкоголь употребляли? Сегодня, вчера? Да, сегодня, вчера. А что пили-то? Не позавчера. Вот. Пиво, водка. Пиво, водка. Пили, не пил он пиво, он врет, он сейчас начнет преувеличивать. Вот а что за праздник такой был? У нас выходной сегодня. Я только колесо поменял, блин. Решила обмыть. То есть неудачно это обмыли. Для вас это нормально? Нет, это не нормально, это не ужасно. Смотрите, слава богу, я живая. Как я его задел-то? Я его не мог вообще задеть. Кого? Вот, москвич этот, блин. Ну, столб-то как-то задел. Ну, столб задел. Ладно, а москвич-то как? Да он врет. На нас валит, блин.